отдыхали, как хотели, возмужали, похудели. Правда, Васька утонул. Через полчаса стул базы притащил водолаза. Он очнулся, но не сразу. Он глаза открыл и кнул. И тройного влил во ворту. Сразу видно, парень тертый, спец, отличник, мастер спорта. Правда, тоже утонул. Прибежал к некоторым базы, не видали водолаза. Все духи украл, зараза, всю похмелку умыкнул. И с разбегу прыгнул в катер, и с размаху дернул стартер, и умчался на фарватер, и там, конечно, утонул. Ставьте рубль, ставлю стольник, здесь Бермудский треугольник, за покойником покойник, я как крикну караул, из кустов в одном погоне, весь в ремнях и в самогоне пробежал полковник Пронин, и нет, сразу утонул. А потом тонули ходка. Врач и повар с пьяной теткой, рыбнадзор так вместе с лодкой. Ну а к вечеру вообще два директора завода и все туристы с парохода. И главное, канули как в воду, ни привета, ни вещей. Ночь сторож появился, он ничуть не удивился. Говорит, ты что, спесился? Глянь на Волгу, вон она. Там на медне посередке затонула баржа с водкой. Может, сплаваем походку? И нырнул. Ну вот, концерт состоялся.